Друзья, из названия ролика вы, наверное, догадались, о чем сегодня пойдет речь. Правильно, о полицейских саботажниках. Почему полицейских саботажников? Я вам объясню. В этом ролике мы поговорим о тех полицейских, которые несут службу непосредственно в управлении патрульной полиции города Харькова, которые не хотят нас с вами защищать от нападения страны-агрессора. В одном из интервью министр МВД объяснил, что полицейских готовили не воевать. Полицейских готовили нести службу в тылу. Среди полицейских есть те, которые сами ушли на войну и сами героически стоят на защите нашей Родины. Им респект и уважуха. Но мне стало известно, что их начинают отправлять на учебу для того, чтобы хоть каким-либо навыкам боевых действий их научить. Это же не постанову на крысу написать, либо протокол по 130-й. Это будут их учить именно применение оружия в боевых действиях. Но появились ребята, которые начали фактически бунтовать, саботировать такие обучения. Пока я знаю про 10-15 человек. Фамилии я вам сейчас озвучу. Шарпан Игорек, Мирон Кирилл, Хрипунов Костик, Нетицкий, Сябро Денис, Антонов Роман, Пустоваров, Матвиенко Игорь, Болотов Игорь. И один из них, кажись, командир или замкомандира роты. Они качают ситуацию, типа их нельзя трогать, и они не могут участвовать в защите Украины и хотят дальше отсиживаться в тепле и уюте. То бишь, обычный работяга, который не имеет навыков ведения боевых действий, он должен идти в армию и защищать нас с вами. А полицейский нет. Удивительно. Им лучше постановы писать и защищать людей не хотят. При этом им сейчас нормально платят под 50к. Военные и то меньше получают. Не знаю, что их руководство будет делать, но это просто смешно, ребята, это смешно. Отсидеться уже 2 года и дальше хотят, чтобы их не трогали. Но мы будем следить за этой обстановкой, и я вас буду держать в курсе, что же будет происходить дальше с патрульными полицейскими и смогут ли они стать на защиту нашей Родины. В комментариях напишите, пожалуйста, если кто что знает по этой теме. Друзья, я думаю, что вы со мной согласитесь, что полиция не должна стоять на Никольском и на крысу писать вам постанову. Она должна нас защищать во время войны. Присягу дали, так выполняйте. Поэтому, друзья, жду ваши комментарии и будем смотреть и следить за то, как защищают нас доблестная полиция города Харькова.